И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами, как всегда, я, Александр, пушистая мордашка Булатик, великолепное настроение. Сегодня я снимаю уже второй видосик. Прогуливаемся мы с Булатиком в Монполь. По городу вышли прогуляться, понаслаждаться, посмотреть, как тут погодка. Вроде так светит солнышко, а на самом деле дует ветерок. Но температура, тем не менее, поднялась уже выше 10 градусов. Ну, как минимум 10, так точно. Но ветерок такой прохладный дует, поэтому не очень комфортно и как-то так. Мы же с Булатиком вышли, да, еще раз на прогулочку, немножко прогуляться, свежим воздухом подышать. И заодно посмотреть в магазинах мяско Булатику, куда кушать, купить. В один магазин зашли, ничего мы там подходящего не увидели, поэтому продолжаем прогуливаться дальше. Тем более в утреннем видео я сегодня, как обычно, я ж такой еще тот брехун. Значит, на сегодня 27 марта 2024 года, среда, а не вторник, как я пытался на украинский мой вести в оману, вести в заблуждение. Поэтому вот так вот. Ну, зато вторая прогулочка вот у нас уже есть. Булатик наслаждается, отдыхает, дышит свежим воздухом. Вот. Такое небольшое видео, я же говорю, будет про небольшую прогулочку, про прекрасное настроение, времяпрепровождение. Также будет, обязательно выйдет видосик про рыбалочку. Да. Сегодня наша постоянная рубрика «Рыбалка от А до Я» выйдет видосик как положено, по-любому, по-другому быть не может. Была типа ходит там, нюхает, что-то видно, девочки ходили. Да, видно, девочки ходили, жить не дают эти девочки, такие уже эти девочки. Ужас. Пошли. Платить. Травка уже потихоньку начинает зеленеть на газончиках. Мы на центральной улице, бульвар независимости. Вот такой вот он у нас Чикс. Такой вот у нас бульварчик. Видите, так люди прогуливаются, красота, ляпота, и Булатик прогуливается. Пошли, Булатик. Пойдем? Да, люди прогуливаются. Ну что ты стоишь? Что ты встал и стоишь? Ты не знаешь, что делать? Куда пойти, куда податься? Булатюсенька. Это... Ну, на этом будем заканчивать сегодня второе наше видео небольшое. Прожимаем барский лайк, царскую подписочку. Всего наилучшего, хорошего настроения, времяпрепровождения. Я уже вас обнял, приподнял, поставил, где взял. Пока-пока, мои дорогие.